Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ненавидишь змей. Эй, привет всем, дорогие друзья! С вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас новенькая серия в Брик Рикс. Да, ребята, всем привет! Что ж, и у нас будет сегодня что-то интересное. Вы только посмотрите на эту длинную сосиску. Как вы думаете, что это такое? Я не знаю, что это такое. Ты знаешь, что такое? Нет, пошли посмотрим. Что-то она реально длинная, чересчур большая, черная. Интересно, а ребята знают, что это такое? Ребят, напишите в комментариях, что это за сосиска, пока мы бежим к концу-то. Слушай, а что она такая большая реально? Я хер знает. Это какой-то туннель может, а? Туннель? Ну я не знаю, я бы не хотел оказаться внутри этого туннеля. Туннель, мунель, там все дела. О, машина. Это что, глаза? Это что, горящие? Горящие. Оп. Ёпа-мать, это змей! Это змей. Короче, его ребята, так и называют, змей. Да, сегодня у нас будет погоня на огромной черной мамбе, если кто не знает, это вроде семейство кобр. И, короче, мы на здоровенной змеюке будем сегодня преследовать машины. Да, короче, я уже валю, потому что это херня, если за мной будет ехать, мне будет страшно очень. Ну, тебе по-любому будет страшно, а ты что такой медленный? Ой, я не знаю, что-то у меня. Ой, братан, мы вышли нахуй. Ты посмотри, как у нее жопа крутится сразу. Да, я вижу, да. Но у меня есть плюс, а у меня машинка небольшая, поэтому я смогу, в принципе, уезжать от вас. Ну, так-то да, так-то да. Слушай, сюда бы еще пулеметов наставить, это прям киборг. Змей. Охренеть. Киборг. Слушай, она быстрая, нифига на угла дает. Нихера себе ты там разогнался. Дрифт змей. Это то, что я люблю, я понял. Да-да-да. Блин, она обалденная, я тебе серьезно говорю, она офигенская. Я вот, правда, не знаю, как на скорости она тебя коцать будет, но если я тебя возьму в клешни, то есть окружу, то все, тебе хана по-любому. Да? Господи, я сам себе голову хвостом ударил. Я вижу, нихера она там извиливается прям, обалденно. Да-да-да-да, слушай, ну что, внушает страх-то, а? Да, конечно, внушает, нихера, я уже обсыкался здесь. Воу, она там хвостом здание бить успевает еще. Я уже обсыкался, братан, здесь. Блин, оп, угла, угла на змее, угла на змее, просто дрифт. Змея просто на дрифте. Это просто отдельный лайкос уже прожимать надо было, ребят. Уже прожали, наверное. Так, давай. Аккуратненько. Че, аккуратненько, мне надо быстрее. Да я себе говорю аккуратненько, а ты-то мне нахера нужен. Блин, да ладно. Кстати, если бы автор еще сделал, ну, подобие языка, было бы вообще прикольно. Так, мы врезались. Я видел. Просто намотались на дерево. Это печально. Да, но она очень огромная, поэтому ей все равно тяжело по городу догонять. Ну, скорость у нее под сотку, она разгоняется. Ну да, за счет того, что она вот виляет, конечно, это такое себе. Но я стараюсь ездить по таким прямым участкам, поэтому я думаю, должен догнать. Ой-ой-ой, как она виляет, а вы посмотрите просто. Она тверкает, братан. Тверк. Так, хорошо. Она капец летит, когда это ужас просто. Я пока не научился на ней правильно заходить в повороты, потому что жопа у нее улетает прямо, мама не горюй. Такое ощущение, как будто я на крупногабаритной фуре еду. Блин, вот интересно, если она меня догонит, что будет со мной? Кусь. Она долго разгоняется, я так понял, да? Ну, есть у нее грешок такой небольшой, да. Ну чё, дорогая моя, едем вместе? Эй, глазастая. Ты, то есть, вообще не боишься, да? Не-а. Ёпа-мать. Не, пока не боюсь, брат. Я хотел сделать красиво, короче, прям пройти вокруг тебя, а не дает. Приручить ужика. Серия «Приручить ужика» называется. Ужика. Сейчас учик приручит тебя. Ужик. Господи, есть еще, короче, маленькие экземпляры змей, и они, кстати, побыстрее, ребят, но они почему-то дико лагают в мультиплеере, поэтому без ужиков. Нихера себе. О, нет. Давай, поезд идет. Охрененно. Просто ужика под... часть из ужика сломали. Передавили ужика. Охереть, ты быстрый стал, слушай, какой. Ни хера, я тебе морду сломал. Так, ладно, бессмертие. Ты видел, как я тебе морду сломал? Да, одни глаза остались, я вижу. Она тебя засосет, братан. Это жестко, слушай. Блин, так. Ну прикольная змейка, что-то новенькое. Блин, у нее даже жопа крутится сама по себе, смотри. Да, охеренно. Это уже какая-то, не знаю, опарыш, личинка, господи. Ой-ой-ой, восстановился, смотри.
Ай-яй-яй. Ой. Так, тихо-тихо, что ты жрёшь-то меня, падла? Нормально. Ням-ням-ням, заглатывает прям, заглатывает. Да иди ты отсюда. Заглатывает. Ты на себя залез. Братан, иди сюда. Змейка, играем змейку, ёпси. Со змейкой играть змейку, это глупо. Да-да-да. Растет змейка, видишь, растет больше. Охереть, она длинная. На тебе! В смысле? Ну, я сзади тебя вообще. Так я тебе хвостом сейчас только что отлупил. Вообще не помню, ты даже далеко хвост был. Ага, значит асинхрон у жопы, я понял. Блин, иди-ка сюда, ты достал меня. Ням-ням-ням-ням. Это сложно. Я говорю, ей не хватает какой-нибудь пушки. Ой, капот. Он на меня упал, слышь, капот. Ну все, слышь, змей, ты мне надоел уже. Сейчас тебя буду бить. Вот. В смысле? Как ты вылез-то? Как ты из-под змеи это вылез, господи? Я тебя сейчас размотаю, понял, змей? Господи. Я уже тебя не боюсь, иди сюда. Ой. Ой. Вот, наконец-то! Наконец-то! Вылетел, слушай, нормально. Блин, это сложно, это вообще очень сложно. Да-да-да. Ну то, что она очень огромная, поэтому очень сложно как бы ну догнать и начать убивать соперничка, так сказать. Что ж, ребята, змей апокалипсис продолжается. Сегодня Юрка постарается выжить на тоже новой машине. Эй, Ужик, привет! Ужик готов тебя разносить, уважаемый! Плохой ну Ужик. Ну все, смотри, как у меня шлифуют колеса. Как да, я да, разгоняюсь. Да. Оу, щит. Слушай, что а же с тобой сегодня будет? Со стороны жертвы, кстати, прикольно смотрится, реально. Да-да-да. Вау, вау, вау. Давай, вау, давай, угла, дрифт. Братан, угла, давай. Дрифт. Кстати, у меня машинка очень быстрая, поэтому придется поддаваться чуть-чуть. А зачем ты очень быстро взял? Да я же не знал. В смысле, не знал, что она очень быстрая? Ну, кстати, реально быстро, смотри. Нихера себе, 200. 250 на четвертый. Норм. Вау. Ой. Капец, я здание сношу здесь нахер. Капец, она едет волнами какими-то. Я чисто твои глаза только вижу здоровенные. Шоу, медуза. Какая медуза. Нихера себе, я залетел просто. Во-во-во, жопа, смотри, как жопа прыгает. Shock you, bitch. Это блин. У тебя прыгает, у меня нормально все. Ай-яй-яй. На тебе, пару. Падла, дверь забрал. Да, нормально. Уже один удар есть, это уже хорошо. Ну, так-то да. Смотри, охотится, одни глаза сверкают. Shock you, bitch. Так, а свет есть у нас? Есть. Буду слепить тебя. Жалко, здесь нету сигнала еще. Полицейский сигнал бы здесь еще дали. Змее? Змее, да. Ну, если учесть, что она проглотит машину полицейскую, ой, может а быть. А что, она чем-то подавилась, что ли? Ты что, малышка? Чем ты подавилась? Господи, у тебя жопа полетела. Ты что разогнался-то, алё? Воу! Воу! Иди сюда, мой хороший, да я тебя покусаю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Господи. Ты смотри, да, смотри, там жопа, он Даня любит задевать. Да, она у меня и так сносит их. Так, давай, поймать змею в яму. Миссия невыполнима. Да прыгай, чё ты? Shock you, bitch. Здоровая змейка у нас, здоровая. Это фиаско, братан. Чё фиаско? Я пожертвовал собой, чтобы поймать змею. А, ты упал, что ли? Да. Господи, боже мой. Так, ладно. Придется мне подняться. И получить первый удар от тебя сразу. Тара! И чё она? А чё она вообще её рушит, нет? Не, ну ты мне на сапырку сломал, как бы. Эй, тихо. Разотрёшь же об здание меня. Дай выйду, братан. Господи! Вот это красиво было. Вот это я тебя поймал в капкан, слушай. Вот это реально было красиво, ты посмотри как. Нормально. Господи, чё у тебя с хвостом? Прям просто задушили, да?
Да, смертельный ужик. Смертельный ужик. Ну-ка, теперь в этот каньон. Ой, слушай, а ты горишь? Ой, я сгорел. Все, жареный вкусный ужик. Что-то жужик поджарился. Говорят, жареная этот, змея на вкус как курица. Да ладно. Ну я не хотел попробовать. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. У него башка так трясется. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Не, ее надо, короче, по-любому это. Господи. А, ну я понял. Брик-лист. Ее надо туда скинуть по-любому. Че она у меня не едет? Я вообще буду. А че я умер-то? Я тебя выкинул. А, я понял, ты в машине, да, там заспавнил? Да, да. Ну, в змее. Давай, давай, я ее в дырку бросаю. Давай. Здесь еще вот так будет машина стоять. Блокбастер! А ты бессмертие убрал, да? Оба. Вот здесь мы ее и похороним, эту змею. Обалдеть, ты посмотри просто, она всю дырку заняла. Да, охереть надо. Просто посмотрите, сколько деталей, друзья. Ну, конечно, автору этого, этой, так сказать, построечки, конечно же, отдельный респектос. Красавчик, просто буважуха, потому что реально очень крутая змейка. Да-да. Что ж, ребята, пишите в комментариях, как вам погоня. Если вам понравилось, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч. Пока-пока, друзья.